На заводе «Гипсобетон» трудится более 230 человек. И, безусловно, каждый из них работает с душой. Но в этот день в зале районного историко-культурного центра собрались лучшие из лучших передовики производства и его ветераны. Их пришли поздравить представители руководства муниципалитета, совета депутатов района, глава города Видное и руководство предприятия. Я бы пожелал всем прекрасного настроения, чтобы вот это праздничное настроение оно сохранялось. Вот. Ну а если говорить чуть о более таком долгом периоде, да, то хорошо закончить этот год. У нас есть все предпосылки, чтобы этот год был удачный и по финансовому результату. Двигаться дальше. История завода «Гипсобетон» неразрывно связана с историей Видного. Появившись в 1963 году после слияния Видновского гипсового и Расторгуевского железобетонного заводов, он стал поставщиком для строек Видного и всей Московской области. Само предприятие тоже возводило жилье. По заказу «Гипсобетона» построены десятки домов на улицах Лемешко и Строительной, проспекте Ленинского комсомола. Видное и сегодня продолжает строиться. В поселке появляются новые кварталы, переулки, удлиняются улицы. Первого руководителя предприятия Або Ароновича Плоткина по праву считают одним из основателей города Видное. И сегодня предприятие является одним из ключевых для Ленинского района. Заместитель главы администрации Альберт Гравин зачитал торжественное поздравление коллектива от главы муниципалитета. В этот знаменательный день хочу поблагодарить коллектив за достойный труд. Пожелать всем доброго здоровья, большого счастья и успехов, и достижений. Глава Ленинского муниципального района Валерий Николаевич Венцин. От руководства муниципалитета, совета депутатов района, главы города Видное, собравшимся были вручены почетные грамоты. Одним из тех, кого наградили, стал Юрий Новиков. Почти 32 года назад Юрий Акимович пришел на завод. За это время накоплен немалый опыт, которым он с удовольствием делится. Я начинал прямо с моториста, да? Потом на кочегар отучился, потом пошел слесарем, потом уже стал мастером, потом бригадир-мастер, а вот сейчас начальник смены. Я стараюсь другим мастерам, начальникам смен помочь, обязательно подсказать, где что, чего. Опыта много, поэтому прислушиваются. Завод постоянно развивается. В прошлом году здесь был реализован инвестиционный проект стоимостью 20 миллионов рублей. Создан участок по производству тонкомолотого гипса. Его мощность 40 тысяч тонн в год, что позволяет полностью удовлетворить потребность в этой продукции на рынке Москвы и Московской области. Значительная часть строительного комплекса не только Москвы, но и Подмосковья опирается на их продукцию, пользуется этой продукцией. Пожелать могу только одно – сохранить этот уровень, успешно пройти все этапы модернизации, продолжать славу коллектива в том же, как говорится, духе. Ну и, безусловно, нет сомнений, что в таких коллективах и рождаются герои, чтобы они еще были у них герои труда и герои, так сказать, города и района. После официальной части все присутствующие приняли участие в дружеском банкете, главным украшением которого стал праздничный торт. Максим Козлов, Николай Карбанов, Ольга Садовская. Видное ТВ.